Приветствую всех! С вами зожник-физкультурник Алексей Шредер. Ну и со мной моя кошка-пчелка. Она кое-что символизирует, я сейчас расскажу. Речь пойдет вновь об отказных тренировках. А если быть точным, об отказных сетах, ну, подходах. Дело в том, что очень модно сейчас стало говорить, особенно во всяких инстаграмах, да и в ютубах, о том, что тренироваться можно с маленькими весами, и тренироваться можно не в отказ. В общем, полная халява. Все то, что современный человек с удовольствием, как это называется, хавает. Человек слышит то, что он хочет слышать. А современный человек очень любит лениться. Ему леность приносит удовольствие. Вот как моей кошке. Она может часами спать, спать в отказ. Так хотят и люди. Спать в отказ, пить пиво в отказ, а тренироваться в отказ не надо, с большими весами работать не надо и так далее. И об этом фитнесеры рассказывают направо и налево. Ну, как бы и в зале особо трудиться не надо, и все у тебя будет, и форма, и рельеф, там, и мышечная масса, сколько ты можешь набрать относительно своего генетического потенциала, ну и все в этом роде. И вот я нарвался на очередной подобный ролик, где молодой парень ссылается якобы на научное исследование, которое доказывает, что там в отказ не только не нужно тренироваться, но это еще и опасно и все такое. И я вам, друзья, сейчас хочу рассказать о том, что все это бред. Я вам приведу, мне кажется, очень весомые аргументы, чтобы это доказать, а вы там уж думайте сами. В 19-20 веке, насколько я знаю, людям было очень в кайф над собой трудиться, прогрессировать, и от этого люди получали удовольствие. А в 21 веке основное удовлетворение людям стало приносить ничего не делание. Вот такой вот прогресс. Боюсь, что этот путь в никуда, и лично вот вам лучше по этому пути не ходить. Ну ладно, бросаю морализировать и перехожу непосредственно к научным исследованиям, которые якобы доказывают, что отказной тренинг практически бесполезен и вреден, и вообще отказные подходы на тренировках не нужны. Начинаю свое разоблачение научных исследований, касающихся изучения отказного тренинга. Сразу же, забегая вперед, хочу отметить, что не утверждаю, что эти научные исследования проводили абсолютно некомпетентные люди. Или же интерпретировали результаты этих исследований некомпетентные люди. Но относительно практики, по сравнению с теорией, кое-чего в этих исследованиях не хватило. И в результате исследования, выводы по ним оказались непрактичными. И я обращаюсь к двум тезисам, которые буду критиковать и рассматривать. Первый тезис. У них там такой график по одной шкале, там по вертикали. Повторение, первое, второе, третье, до отказного, там, а по горизонтали полезность подхода для роста мышцы, для роста силы. И вот такой график начерчен. В начале от каждого повторения полезность каждого последующего повторения растет, а в конце там уже, допустим, когда остается два повторения до отказа, все ниже и ниже дополнительная полезность каждого повторения, и между предпоследним и последним повторением там уже настолько мизерная дополнительная полезность повторения, что, мол, можно не заморачиваться и не делать отказное повторение. Вот так у них, вот такой тезис, такой график. И второй тезис. Они утверждают, что очень просто перетренировать центральную нервную систему, когда ты делаешь отказные подходы. Вот, мол, у нас выборка людей одна, вот вторая. Эти без отказов тренили, а эти с отказами по какой-то там программе. И вот у этих, что без отказа, результаты лучше. И вот по этим тезисам, друзья, я сейчас вам и расскажу, что здесь капитально не так. Ну что же, а сейчас я постараюсь эти два тезиса научных исследований разбить в пух и в прах. Вы уж смотрите сами, логично ли я рассуждаю, практично ли я говорю, ну, решайте сами. Ну, вспоминаем вот этот график, количество повторений и
дополнительная полезность каждого повторения. И, мол, там в конце так загибается кривая, что от последних повторений нет никакого смысла. Да, действительно, можно нарисовать такой график, и будет все верно. Но при очень большом но. Если мы возьмем большое количество повторений, большое количество вот это повторений диапазона, в котором работает человек в отказ. Допустим, 50. Человек отжимается от пола, 50 повторений, у него отказ. Если мы сделаем 48 повторений вместо 50, да, действительно, мы почти ничего не потеряем. Кто работал на 50 повторов, знает, 45-й от 50-го практически не отличается. Он такой же условно отказной. 50-й отказной, а 47-й будет условно отказным. Они там все одинаковые. И представьте, 50 повторов, сколько это времени под нагрузкой. Ну, не доделаем мы 2 повтора из общего времени под нагрузкой, это будет мизер. И действительно, дополнительная полезность там парочки последних повторов будет крайне мала, и эти повторы можно не делать. Давайте теперь диапазон сократим до 20 повторов. По-прежнему график имеет место быть. Если мы сделаем 19 вместо 20 отказных, мы убираем только один повтор. По-прежнему 19-й это уже практически как отказной выполняется, и даже 18-й, потому что много повторов. И от общего количества времени под нагрузкой, отняв 1-2 повтора, мы немного теряем в полезности. Но теперь обращаемся к классическому силовому тренингу, допустим, на 8 повторов. Разделите 100% полезности всего подхода на 8. Это уже условно на каждый повтор 12,5%, что, на мой взгляд, есть дофига. И вспомните такой момент, что явно первый повтор очень легкий, будет маленькую роль играть. Даже второй, он тоже легкий. Третий повтор из 8, они легкие, они там играют полезности сколько? Ну, первый 3%, второй там 5%, третий 7%. Самый полезный, возможно, будет 7-й, я не знаю, или 7-й, даже если не 8-й отказной, допустим, 7-й и 6-й. Но вы должны понимать, полезность 8-го приплюсовывается. И на каждый повтор из 8, я вам напоминаю, 12,5%. Причем первые очень сильно проигрывают. Допустим, 6-й, 7-й оттягивают на себя то, что проигрывает 1-й, 2-й, 3-й. Но на 8-й как минимум останется 12-15%. Это мало, вы скажете, на один повтор? На мой взгляд, это очень много. Тем более, последний повтор, вот, допустим, вместо 7-8 делаем, он всегда по времени под нагрузкой самый длительный. Там и негативная фаза всегда, фаза медленнее заходит, и позитивная, ну, потому что он самый тяжелый. И, скорее всего, этот повтор играет там процентов 20 роли из 8 повторов. А если мы на 5 повторов работаем, представьте, вместо 5 в отказ мне предлагают делать 4. Уже условно 5 повторов по 20% полезности на каждый повтор, я 20% теряю в пустоту уже, как бы, а мне говорят, что там мизер. Нет, господа, не мизер. Это когда огромное количество повторений мизер, а когда не огромное, тогда ой, какой не мизер. Я надеюсь, вы это поняли. И мы идем дальше. А сейчас я буду разоблачать основную часть научного исследования касательно отказного тренинга. Мол, пришли мы вот к таким выводам. Отказной тренинг перетренировывает ЦНС, вызывает застой. У нас тут было две группы, одни тренировались в отказ, другие нет. И те, что тренировались не в отказ, имели лучшие результаты. Вот и все. Но, друзья, не все так просто. Без учета конкретной программы не имеет никакого смысла, к какому выводу они там пришли. Потому что они могли запросто превысить допустимую норму отказных подходов за тренировки, за единицу времени, за день, за неделю и так далее. Очень легко. Ну как они берут? Классическая какая-то программа, допустим, 3 по 8. На упражнения. И упражнений 6. По 3 на каждую мышечную группу, 2 мышечные группы за тренинг. Или даже больше мышечных групп. Эти не в отказ, как бы, ну, нормально. А эти в отказ, у них там 15 отказных, а то и 20 подходов за тренинг. Понятно, что это перебор. Понятно, что это вызовет, если не перетрен, то застой. Вот и все. Они не привязывались к программе. Эти делают это и эти делают. Только эти делают все вот это не в отказ, а вот эти делают все вот это в отказ. Это
Полный бред. Bullshit. Я вот проведу вам аналогию сейчас. Доказано, что рыбий жир очень полезен для здоровья. Но мы проведем свое научное исследование. Соберем там 50 человек и каждому будем скармливать в день 300 мл рыбьего жира. Эти люди будут бегать на очко и будут на очке там сидеть постоянно. И у них показатели крови там и всего ухудшатся, потому что они буквально отравятся этим избытком рыбьего жира. И мы придем к результатам исследований. Рыбий жир оказывается крайне вреден для здоровья. Так и здесь. Если бы они исследовали какую-то норму отказных подходов, сначала исследовали, какая нужна, ну, то есть нащупали ее там, для натурального атлета, для ненатурального, провели для тех и для тех, и потом сравнили оптимальную норму отказных подходов и без отказных, я бы еще понял. А так, отказной тренинг и неотказной столько же делают, только тут все в отказ, тут все не в отказ. Это полный бред. Bullshit. Потому что отказной тренинг – это крайне щепетильная вещь, это как рыбий жир. Очень необходим, но в норме, а свыше нормы делать нельзя, иначе будет либо перетрен, либо застой. Вот и все, все просто. Шутка. Ну вот, мое разоблачение практически завершено. Как вы поняли, я совершенно не согласен с результатами подобных научных исследований. На мой взгляд, они капитально некорректны. А как по полезности вот этой с графиками, где мы уменьшили количество повторов и ничего не получается, так как у них на самом деле, так и по сравнению отказного-неотказного тренинга без привязки к конкретной программе, это не имеет никакого значения. И от себя добавлю, более 20 лет, а если быть конкретно 23 года, я тренируюсь с железом. И тренирую более 10 лет других людей. И в отказном тренинге кое-что понимаю. И утверждаю, что именно отказные подходы среди всех подходов наилучшим образом стимулируют центральную нервную систему, которая в ответ наилучшим образом стимулирует выработку анаболических гормонов в вашем организме, отвечающих за рост силы и мышечные массы. Вот так. Но точно так же, как там с употреблением рыбьего жира или льняного масла, которых употреблять нужно понемногу для здоровья, отказных подходов нужно применять тоже немного. Нельзя превышать некую норму. Если вы затрудняетесь, сколько это норма, вы можете обратиться ко мне за моей личной программой тренировок. На мой взгляд, в ней оптимальная норма отказных подходов для натурального атлета за единицу времени. И я могу вам сказать, сколько это. У меня выпадает на одни сутки всего один золотой отказной подход в базовом упражнении. То есть не значит, каждый день надо ходить на тренировку, делать по подходу. Нет. Смотрите, 8 дней, из них 2 тренировки. На 2 тренировках на каждой по 4 базовых упражнения, на каждое упражнение по одному золотому подходу отказному. Итого на 8 дней 8 подходов, в среднем на сутки 1 подход. Вот так. Если у вас в программе есть изолирующие упражнения и там тоже отказные подходы, то это количество подходов уже может быть больше, чем 1 подход в сутки. Потому что изолирующие упражнения с большим-большим натягом могут привести к перетрену, и они вообще не так стимулируются на эску, как база. Может, в 1,5-2 раза можно умножать число, но если чисто базы, вот один подход отказной в сутки, примерно так, я так считаю. Конкретная программа моя, по которой тренируюсь я, платная, это единственная программа платная, которая у меня есть. Так что, если что, обращайтесь в ВК, в Инстаграм. Если можете сами нащупать этот баланс отказных подходов, конечно, можете нащупать сами. Если не хотите тренироваться в отказ, ну не тренируйтесь, как хотите. Не хотите с большими весами тренироваться, не тренируйтесь. Смотрите, как в Инстаграмах все замечательно. Какая-нибудь Екатерина Усманова, имея хорошие данные от природы, вам рассказывает, что можно с маленьким весом там что-то накачать. Да, по большому счету там генетика плюс дисциплина в питании, чуть-чуть подкачаться, и все нормально. У вас так не будет. Допустим, у моей ученицы Лены ягодицы начали расти, только когда она стала приседать и тянуть более собственного веса.
там более 50 килограмм. Только тогда они начали видоизменяться. И, скорее всего, у вас будет точно так же. Вам придется пахать. Кто-то немножко кайнулся, и так, спустя рукава, с маленькими весами не в отказ тренится, и у него там мышцы подросли. И он вам рассказывает байки. Или кому-то повезло с генетикой, и он как бы в так вот в форме неплохо выглядит, немного занимаясь, и не стремится к своим максимумам. А вы их слушаете. Либо этот человек просто обманывает и вам втирает в уши, потому что вы это хотите услышать, что в зале особо пахать нельзя и не нужно. Ну, всякое может быть. Я за каждого сказать не могу, но причины могут быть вот такими. Так что смотрите сами, а я продолжаю использовать отказные подходы как наилучший источник анаболизма. Всем пока, с вами был Алексей Шредер. Listen to me very carefully. Тело не готово к девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому повторениям с определенным весом. Так мышцы растут, преодолевая болевой порог, испытывая боль в мышцах, преодолевая ее, нужно идти дальше и дальше. Как раз эти последние два, три или четыре повторения и заставляют мышцы расти. Это отделяет чемпиона от нечемпиона. Если вы можете преодолеть болевой порог, то у вас есть потенциал для того, чтобы стать чемпионом. Если не можете, то забудьте об этом. Вот чего не хватает большинству людей. Упорство.